Снова всем привет. Souls Project. Я ее проходил, но я прошел буквально, ну, чуть-чуть по берегу побегал. А, в 2115 году, ученый обнаруженец, у нас намекается звезда Изгой. Вся солнечная система будет разрушена. Три корабля улетели к Ултону. В 51-м Земля была уничтожена. Чем-то мне Пандором это напоминает. Немножко. А, можно еще и добавить плюс 200. Я представляю, как там орать и будет. Вот так вот. Нормально. Спустя 15 лет. Это после взрыва получается. Или после того, как отправили. Соус 3 прибывает на планету Глизия 6143С. А это наш кораблик. И сейчас вы с планеты можете увидеть эту ракету или что-то в этом роде. А, не сейчас, значит. Где-то вот сейчас она должна бахнуть по кораблю. А, вон она, вон летит. Забыл. В тот раз я играл за Октавиуса, давайте сегодня за Октавию. А чё? Субтитры не русские. Лата? Юрий? Can you hear me? Where is everyone? Did anyone make it to the drop pods? Amon! Lars! Is anyone there? Ну так вот. Тихонечко мы упали. Что-то с атмосферой, короче, связано. Типа можно дышать, наверное.
Сейчас посмотрим, насколько она мне видеокарту будет просаживать. И сейчас я запнусь и упаду. Ну, такие очевидные моменты просто я помню. А вот значка вопроса я не помню. Видать, обновление какое-то выходило. Так, Зим. Какое снаряжение вы успели захватить с собой, пока бежали спасательную капсулу? Блин, я даже не помню. Сапоги. Ну, здесь вроде сражаться не с кем будет, насколько я знаю. Термокостюм от холода. Давайте к истощению. На легком. Температура. Нет, все нормально. 70, 60. Нормально. Ой, я чуть так медленно хожу. Так, взять. World Independent Local Survival Overseer Node active. Суп. Суп. Хочу суп. А точнее субтитры. Где они? Вот так они включены. Температура нормальная. Не, не нормально. А, это моя 37. Блин, да я болею. О, Wi-Fi поймал. Ошибка ретранслятора. Так его нету. Ну, короче, тут не ловит. Какой черт ему антенна. Объединить, поднять. Ну, мне, наверное, поднять надо. И что это дает мне? Можно долбануть. А, я говорю, я тут все забыл. Нет, на геймпаде я не собираюсь играть. Это я тоже знаю. Так, как вылезти-то? Так, это у нас, по-моему, вода. Это тушеночка. А, я ее открыл. Если вы оказались в неприятной ситуации, исследуйте окрестности и поищите какие-нибудь полезности, пока дела не стали еще хуже. Окей. Блин, а я жрать-то хочу. А, тут же где-то пишут, вроде. 2900 калорий, ну это вроде нормально. Новая точка назначения. Найдите место, где можно укрыться. Движок стал работать. I need to report back to Prolis Command somehow. Better have a look around and see if anyone or anything made it. Навряд ли. Так, и зачем мне сюда? И от чего я тут должен укрыться? Блин, там перевод, по-моему, был. В смысле, я не могу, что ли, взять? Нет, могу. А, инвентарь как тут? Две штуки консервы. Ну, блин, они открытые уже. Наверное, испортятся скоро. А, то есть можно вместо палки. На собака, да. Где-то тут попить можно. Факел можно сделать из того двигателя. Ай. Собрать еды. Так у меня есть что пожрать. Вот, по-моему, хавка. А, это вот. А, вот еще что-то. Как сделать факел? Заточите камень об другой камень, нарежьте сухого горючего материала, намотайте его на какой-нибудь предмет, окуните... А, еще масло.
Где мне масло-то взять? Это вода, по-моему. Да. Растение съедобно. Плюс 190 калорий и 0,2 литра воды. А, вот, по-моему, здесь масло, насколько я помню. Да. Теперь главное, так, F5 работает? Или тут по каким-то этим надо? А, тут, наверное, само сохраняет. Я что, сейчас сгорю нахрен? Так, что дальше-то? Исследовать местность. По-моему, на берегу, по-моему, всякой хавки, по-моему. Пробуждение. Wi-Fi поймал. Спутниковый ресивер. Спутник это Сатурналин, слабый сигнал. Solus 3, this is Prolus Command, calling from deck 50 of capital ship Opez near Pluto. Checking in for a status update. We received jumbled emergency readings from the satellite relay right before your designated landing time. Is everything okay? Your feed stopped a while ago. Solus 3, I don't want to panic you, but the other colony ships are getting antsy. If you succeed, we'll have a 15-year journey ahead. The team here are rooting for you. Prolus up. Все плохо. Ну, или еще что-то будет. Связь потеряна. Блин, я же помню, где-то на берегу много хавки валялось. Окрестности, но я их исследую, а что толку -то? А, вот она, вот хавка. Блин, я хочу просто взять. Вот, давай сожрем. А, нет, не это. Вот, просто понабрал. Взять, да? Ну, что такое? А, это чем ниже наклоняешься, тем больше информации он показывает. Да, собака. Еще хавка. Да, блин. Ну ладно. Ну, иди ты нафиг. Блин, 2115 год, а еще до сих пор такие кассеты используют. Это пустая. Ладно, пойдем дальше. Вот где-то примерно в этом месте я закончил. Вроде бы. Факел. Просто из отзывов, которые я читал и смотрел в летсплее, вроде бы тут ничего такого враждебного нет. Стойкость к климату года, обезвоживание плюс один. О, еще что-то. Механизм можно активировать. Инопланетный. Скорость передвижения. И что, я буду с одним ботинком ходить? Ух ты, следы что ли остаются? Или это не мои следы? Нет, это мои.
Как вы хорошо лежите. Точнее, стоите. А, я думал, паутина сгорит, ни хрена. А сядь нёрку. На какую у меня кое-что? Хавку-то. Ой, точнее, труба. Раз планета, два планета. Яркое солнце. Причем планета так близко. А вот и враждебная фауна. У нас собака. Величная версия росянки. Ну и насрать. Тоже что-то тут можно все сожрать. Кроме вот этого говна. Радиомаяк. Так, вот ты. А как выбросить? Надо обязательно выбрать, что ли? Что такое? Почему так приблизило? Не-не-не, сюда верни. А, это то, что было здесь, наверное. Аптечка, рюкзак. Вот рюкзак бы мне пригодился. Хис. Что такое хис? F5 не работает. О! Я не выбросил случайно. То есть на Q убрать, а достать как... Игра сохраняется после сна. При использовании святыни спасения или при смене уровня собственного здоровья, возможность сна его качества зависит от климата. Ух ты. Ну давай часик поспим. Че, вот так вот стоишь, что ли? Это уже мне не нравится. Ну это понятно, артефакты постепенно улучшают что-то. А фонарик у меня есть? Хрен. Если ваше судно потерпело крушение, соберите с собой столько полезных вещей, сколько сможете унести. Да, самые простые вещи могут спасти вам жизнь, если использовать их правильно. И... Попасть в пещеру и исследовать, каким образом я попаду туда. О, а вот и фонарик. Ну там еще можно было туда дальше пройти. Ну тут хоть выносливость нормальная. Что это такое? Даже дурачков даже показывают. Блин. Что-то там падает. Бум. Может, спасательная капсула? Смотри-ка, планеты двигаются. Следите за жизненными показателями на экране КПК. А что с ними? Все нормально. Это не спасательная капсула. А я могу в водичку нырнуть? Нахождение воды снижает температуру тела. Блин, вдруг тут какие-то... Температура нормальная, 37. Только вот наружнее не очень. Что тут мне дали? Это что такое? Телепортер. Устройство телепортации. Бросить диск, телепортация переместится. Прикольно. Ну-ка. Не-не. А чё так мало-то? А, ну понятно, как мне теперь туда переместиться. Чё тут нам дали?
Паёк. А, у меня же есть палка. Рюкзак, да? А, это аптечка. Блин, ну надо что-то выбросить. Да вот ссаный маяк этот выброшу. На кой черт он мне нужен? Ну, я что, если захочу жрать, вернусь сюда. Три консервы, считай, четыре консервы. Плюс траву, сколько можно сожрать. Точка назначения. А что, температура? Да нормальная температура. Хотя нет, падает. В пещере, наверное, тоже не особо тепло. Да, надо было на выносливость поставить в начале игры. Выносливость быстро кончается. Ох, капец, как темно. Все, я прошел. Возьмите припасы, источники, пояс света перед исследованием пещер. 0 деталь башни. Подожди, там же этот, ну, факелок-то этот флюоресцентный, или как он там, фосфорный, его же взять можно. Я лучше с ней буду ходить. Как, но она, наверное, долго будет светить. Не, детали башни я не буду искать. Это, наверное, они спрятаны хорошо. Все, погнали. Мы закончим как раз сохранение.